Сегодня утром дорожники на Старом мосту до 16 часов перекрыли движение. Для водителей открыта только одна полоса, ведущая из Барнаула в сторону Новоалтайска. Автомобилистов, направляющихся в краевую столицу, просят выбирать пути объезда. Ограничение связано с ремонтными работами. Осенью мост был уже частично перекрыт. Тогда дорожники выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение. Но общественники говорят, что переправа через Обь по-прежнему остается небезопасной для водителей и пешеходов.